Инаугурация главы Григорьевского сельского поселения Сергея Ливенцева состоялась 28 сентября. На прошедших выборах Сергей Викторович набрал более 85% голосов избирателей и одержал уверенную победу. Нужно так смотреть в лицо своим избирателям, которые отдали достойные голоса за вас, чтобы жизнь и та, которая находится на территории Григорьевского сельского поселения, по крайней мере, не ухудшалась, а улучшалась. В торжественной обстановке вновь избранный глава принес присягу, а также обратился к жителям поселения. Впереди большая работа, которая потребует от меня управленческой воли, самоотдачи, упорства в достижении поставленных целей. А цель у нас общая – сделать наше поселение процветающим. Только конструктивными совместными действиями можно добиться положительных результатов в работе, а значит, улучшение жизни жителей поселения. Сергей Ливенцев находится на посту главы Григорьевского сельского поселения с 2016 года.